Друзья, всем привет! Я хочу сделать несколько выпусков о продуктах, которые вы можете купить и попробовать здесь, в Испании. Некоторые выпуски будут посвящены сезонным продуктам, которые есть только в определенные месяцы в магазинах. И еще несколько выпусков сделаю со своими любимыми товарами или продуктами, вот лично рекомендация от меня, что нужно обязательно попробовать, что вкусно, что никак я не могу прекратить покупать в испанских магазинах. Вот, и то, что будет вам как туристам, как отдыхающим удобно, потому что для этого не нужны будут там какие-то условия хранения особенные, вы сможете купить, побаловать себя там во время экскурсии, я не знаю, взять с собой это все на пляж или на балкончике, все это прекрасно отведать. А первый выпуск будет посвящен, ну, наверное, так, фруктам, да, в сезон осень-зима. Эта съемка делалась в декабре, еще до того, как началась вот вся пандемия. Как только она закончится, я продолжу все свои выпуски, вот, и ждите продолжения. Итак, поехали. Смотрите, в осеннее время можно встретить в магазине вот такой фрукт, называется черемоя. Вот такой он, смотрите. Внутри он белый, вот с такими вот крупными косточками черными. Очень вкусно, его режут просто пополам и едят ложкой. Похоже на мягкое яблоко с молочным вкусом. Вот знаете, вот так вот. Выбирать нужно, смотреть, то есть нужно потрогать, чтобы чувствовала, что мякоть мягкая. Если очень твердая, то это, соответственно, невкусно будет. Если вы купили и это еще твердое, но не было мягкого, то просто обычно в газетке можно подержать вне холодильника. И через несколько дней это все будет готово уже к еде. Вот. Вот так вот. Потрогайте. Мягенько. В общем, черемоя. Очень вкусная штука, очень вкусная. Прям нежно и выражен молочный вкус. А еще мне очень всегда смешит, как здесь называется хурма. Она здесь называется каки. Вот, ну, так забавно просто. Я понимаю, что немножко детский сад, но, не знаю, смешно. У нас так красиво это все загадочно звучит, хурма. А здесь просто каки. Кстати, испанская хурма очень сладкая, вкусная и редко когда может вязать. Вот она, черемоя еще. Вот она, сколько стоит за штуку. 90 центов за штучку будет стоить. Граната, кстати, здесь есть зимой тоже, как и у нас. Смотрите, еще для зимнего сезона характерны каштаны. Вот каштанчики, они есть упакованные, есть вот такие. Мы покупаем, вот здесь вот надрезаем крест-накрест перед тем, как жарить, и просто на чистой сковородке без масла, без всего. Жарим, они раскрываются, очень вкусные. А еще здесь есть разница между бананами. Здесь есть отдельно бананы. Вот они так и называются, бананы. Вот такие, ну, обычные наши, которые мы привыкли. И есть плат. Нравятся больше по вкусу они. Они очень мясистые. У них твердая, более толстая кожура. Они более коротенькие по размеру своему. Мне по вкусу нравятся они больше. Они чуть дороже стоят. Вот, так что здесь это, ну, каждый круглый год вы это можете увидеть. Я бы попробовала платан, потому что, или платано, правильно звучит по-испански, потому что, не знаю, в России, мне кажется, я не видела, честно говоря. Вот, за последнее время не видела. Короче говоря, имейте в виду, что есть разница между бананами и вот этими платано. Ну вот, друзья, такое небольшое видео, продолжение следует. Подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.